Сейчас в Каменском районе осталось всего 23 ветерана, и только двое из них смогли принять участие в торжествах. Еще четверо участвовали в параде на главной площади республики. День Победы для нас это был огромный праздник. Кто не пел, тот запел. Кто не танцевал, тот плясал. Очень радостно, приятно мне увидеть, что люди торжествуют наш праздник, отмечают. Я большой радостью встречаю этот праздник. Этот праздник незаменим никаким другим праздником. И мы должны помнить этот праздник, должны помнить как никогда. Потому что слишком дорогая цена была заплачена за эту победу. В праздничной колонии учителя и врачи, представители силовых структур и аграрии, ученики городских школ. Тысячи каменчан собрались на мемориале славы. Сколько бы ни прошло времени, уроки Великой Отечественной мы будем помнить всегда. Тяжелые военные годы – это не только история страны, но это и ценнейшие уроки для будущих поколений приднестровцев. Отдать долг памяти – это потребность души, обусловленная той невидимой, связующей нитью, которая протянулась к нам от наших дедов и отцов. Вечная память павшим за независимость Родины. Около 2300 жителей района не вернулось с полей сражений. Каменская земля славится именами четырех героев Советского Союза. Иван Солтес, Федор Жерчинский, Иван Коваль и Петр Вершигора. Юным каменчанам есть чем и кем гордиться. Для молодого поколения очень значимо помнить и чтить этот праздник. Также передавать его по традиции следующим поколениям. Хотелось бы поблагодарить ветеранов, которые еще среди нас. За наше мирное небо, за свободу, за жизнь, которая нам дана. Массовые гуляния и праздничный салют станут завершением этого дня. Мария Пантазиева, Рика Шпак и Юрий Зайчковский. Первый Приднестровский телеканал.